Я прочитал вашу докладную записку сегодня по поводу жилищно-коммунальных услуг. Мы вроде там все посчитали с вами, да? Все посчитали, но все получилось с точностью. Значит, наденьте наручники тем, кто не выполнил доведенные по моему распоряжению и правительством вот эти тарифы. Вы меня поняли? Так точно. Без комментариев. Как это оставить без комментариев? Ну как, у нас пока нет никакой информации. Сегодня первое число, значит, в следующем месяце мы будем жить по старым тарифам, я так понимаю. Я вам еще раз говорю, у нас комментариев по этому поводу сейчас в настоящее время нет.